Please subscribe to Matt Rod Sport on YouTube. He has lots of strongman information. Guys, could you please subscribe to Matt Rod Sport? A lot of good content. Okay. Misha, hello. How are you? Thank you very much. Привет, все хорошо, спасибо. Отлично. Я говорю очень плохо русский. Я тоже очень плохо говорю по-английски. Да, после алкоголя. Отлично? Нет, вообще. Да, как мой русский. Ладно. Хорошо говоришь по-русски. Okay. In English. Okay, guys. Now, we never hear Misha talking in English, so we don't know much about his background. So I want to know... Okay, go on. Мы никогда с вами не разговаривали, так что давайте... На этом мы закончим. So, all they ever tell us is you were in the special services, you were a soldier, you did this and that, but nobody actually understands what you really did. Вы настоящий солдат, у вас столько успехов, но на самом деле никто на самом деле не знает, как у вас это все выходит. Расскажете? Что именно? Как у вас получается так быть настоящим солдатом, успешным, сильным? Ты ему сейчас сначала переведи. Солдатом или бойцом? Мне вот это тоже важно. Они имеют в виду, понимаешь, я же как обычный человек, я служил в армии, как обычный парнишка. Немножко повоевал, ветеран боевых действий, награжден медалями, да? И вот эта служба в армии, она мне дала определенную закалку, и я ее несу в массы, чтобы не надо бояться военно-патриотическую вот эту вот такую идеологию, что не надо бояться армии и тому подобное. Но эта закалка мне до сих пор придает силы бороться на соревнованиях, и поэтому я соревнования всегда отношу в категорию такой, знаешь, как fight, то есть битвы. I was in an army, so I was a soldier. I have a lot of abilities. So the army. Ну два года служил как положено у нас. Обязательно. Two years. He was a soldier just for 2 years, and he had such a big experience, and this experience helps him to be a fighter, a real fighter, and a motivation during his fighting. And what sort of training was there, like things like sambo, martial arts, or it was just fitness? It was what sort of training? Как вы тренировались, рассказывайте вот насчет самбо, да, или как он? В армии? Да. Да. В армии? Ну, в тех родах войск, в которых я служил, как вы правильно заметили, морская пехота, есть определенная закалка, подготовка. Это дало определенную уверенность в себе, как молодому еще тогда парню. Но все-таки уже по окончанию службы больше у меня проявились показатели не бойцовых, не в единоборствах, а в силовых. Вот чем и стал я заниматься, и по сей день и занимаюсь. In army, he was someone like in a civil RC man, something like that, and it was a big physical activity there. So in the end of his army experience, he noticed that he isn't just a fighter, he's just a power man. Okay, and during his time in the army, was any conflict? Были ли у вас в армии какие-то конфликты или неурядицы? Не, ну конечно, я за свои 2 года я послужил достаточно плодотворно, то есть я служил на 3 флотах, на 3 морях, на Балтийском, Черном, на Каспийском. Я принимал участие непосредственно в боевых действиях, то есть порох понюхал вживую. То есть выполнял военные боевые задачи. За это я награжден медалями Суворова и Жукова. Ну, это правительственные награды. И конфликты, конечно, были. Это как со старослужащими, так и с подчиненными. Но это все было в рамках, так скажем, ситуации.
Okay. Of course, there were some conflicts, but it was just usual. Okay. Mm-hmm. He had really productive his army, and he had army in three seas: Baltic, Caspian, and Black One. Mm-hmm. He had awards, government awards, mm-hmm. two of them. So, but the conflicts are usual, not really serious. Mm-hmm. It was okay. Ну, в Чечне вот у нас было когда. А in Chechnya, the war in Chechnya. He was there. Mm-hmm. And when you finished in the army. Когда закончили в армии, как что было потом? Потом я вообще хотел остаться служить в армии, но ситуация так сложилась, видимо, все-таки тяга домой, смена все-таки вот этих подразделений различных, командиров, как-то все-таки не пошел я служить на контрактной основе и приехал домой. И когда я приехал домой, у меня небольшой город, я сам родом из Кемеровской области, город Киселевск. То есть такой небольшой, на тот момент всего 100 тысяч человек у нас проживало в городе. И заниматься так особо. И, соответственно, главное занятие для детей моего поколения это турники, брусья. То есть такая активная была жизнь у нас. Потому что особо заниматься в маленьком городе нечем было. И я продолжил это начинание и начал заниматься пауэрлифтингом. After the army, he went to just be in army, but then he decided to move to his family to this family to Kemerovskaya region. Okay. He had a small house, native house, and there was nothing to do there, but only powerlifting, and he decided to do sport or to do powerlifting there. And when he began powerlifting, his body weight was how much? Когда вы начали заниматься пауэрлифтингом, сколько вы... Ну, вообще, я первый раз себя попробовал до армии еще пауэрлифтинга. Uh-huh. Да. Before the army. Okay. То есть я вообще в спортзал пришел в 16 лет. I'm 16 years old at the sports school. And your body weight was how much? Я весил тогда вообще... 100 kilograms? Я был очень худенький, щупленький мальчинки. Yeah. Very thin and... Но у меня был достаточно крепкий и тяжелые кости. То есть, несмотря на свой... Yeah. Да, то есть я начинал, я весил немного, где-то 64 килограмма. Ну, в 16 лет организм еще растет. Да, и вот уже ближе к 18, в 17 лет я первый раз принял на соревнованиях, на городских соревнованиях, и весил тогда 80, где-то уже 2 килограмма. When he was 17, he just first go to the competition, and his weight was... 82 kilos. Я считаю, достаточно хороший результат был для мальчишки, даже в триборе на таком уровне, при весе 80, сколько я там, килограмм сказал, я показал результат, у меня было приседание 180 килограмм, лежа, бенчпресс, всего 100 килограмм, и дедлифт 220 килограмм. Это 1997 год. Вам 17 лет. Okay, 17. Yeah. Ну и после армии это продолжил начинание, и в течение года я выполнил нормативы кандидата мастера спорта, затем еще через 7 месяцев я уже был мастер спорта, и еще буквально через 2 года... Ну, у меня там перерыв небольшой был. В 2005 году я выполнил норматив мастера спорта международного класса, IPF. И лучший вообще результат у меня в пауэрлифтинге был в однослойной экипировке, но в IPF это тонна. After several years after the army, he just made his new award, like Master of Sport of Russia, then Master of Sport of international level, and in. Ну, тот лучший результат был у меня за время моего выступления в пауэрлифтинге, это я собирал сумму 1000 килограмм.
And the best result was when in sum was 1,000 kilos. Mm-hmm. I mean, ну, это где-то буквально, это где-то 2006-2007 год. It is our 2006 or 7 year. Yeah, лучший результат был. И потом я уже параллельно, уже мне интересовал силовой экстрим, ну, стронгмены. И в те времена уже проходила телеверсия, Владимир Турчинский такой у нас был. Он проводил эту телевизионную версию. Я тогда смотрел, уже выступал Михаил Кокляев. Я уже равнялся на этих стронгменов. И мне представился такой шанс. И в 2007 году я попробовал себя уже в России на одном из турниров. Кто еще, кроме него? В те времена у нас была... Ну, телевизионная версия, да, вот показывали Михаил Кокляев, Денис Цыпленков, Игорь Пидан, это из российских. Это Power Extreme. Силовой экстрим. Ну, Strongman. Это in Russian. Да, I saw. Да, ТВ-версия. Yeah. И уже тогда начинали показывать матчевые встречи с командой мира, Украины. И я уже увидел Жедруна Сосовискоса непосредственно. So after that he saw the world stars. Да, Вирустюка, начал заниматься этой историей, увидел Билл Казмайера. Mm-hmm. И я просто проникся в это, потому что это в нашей истории, в российской, это то, что в меня закладывали еще в детстве с... С молоком матери, ну, сказки про богатырей. Я увидел, что богатыри есть во всех странах, и думаю, ну, если я такие хорошие показатели показываю в пауэрлифтинге, надо себя попробовать в этом богатырском таком начале. Compares Russian fairy tales about strong man's man and his body, and he decided, well, I can too, and around the world a lot of these strong men, so I can be like them. Yeah, why not? And you mentioned Denis Simplenkov. He did strongman, but after he became an arm wrestler, mm-hmm. lots of people asked, could he have done better in strongman? Could he have gone to World's Strongest Man if he had carried on? Если бы вот этот человек Денис Цыпленков, да? Если бы он продолжил заниматься тем, чем он занимался, он бы стал еще лучше, чем он был, как вы считаете? Сейчас, как я уже профессиональный стронгмен, я понимаю, что вряд ли бы он стал, потому что у него есть определенные такие нюансы, которые ему даже мешали тогда выступать, создавали сложности. Now I'm. Это вот его вот эти большие пальцы, руки. Now I'm as a professional strongman, I can say that he had some minuses or that can just. He can't straighten his arms. Yeah, yeah, yeah. He had big fingers, yeah. Hands, so. Mm-hmm. Я думаю, он сделал очень умный и правильный ход, что профессионально продолжил свою карьеру в армрестлинге. Тем самым он подтвердил то, что он один из не просто сильных, но еще и умных атлетов. He just said that he's one of the not only strongest, but the cleverest athletes. Well, yeah. Yeah. Interesting. And what is your opinion of Americans, of English? Because obviously you go and compete in England at Giants Live, at World's Strongest Man in America, but you're only talking in Russian. What do you think their opinion of you is, or do you not care? Что насчет американцев, европейцев? Вам нужно будет с ними, ну, как бы соревноваться? Поэтому... Я соревнуюсь с ними. Ну, да, на этом. Что, я на них, про них думаю? Ну, да, что вы думаете насчет них? Спроси, что мнение сказать про американцев, про английских спортсменов. Do you want the opinion about American and English? No, what Misha thinks their opinion of him is. Ага. Как вы считаете их мнение о вас каково? Вот так. Not sure, no? Ну, я все-таки скажу из того, что мнение со стороны, и они не скрывают своих эмоций, они пишут мне непосредственно, комментируют выступления World Strongest Man, Giants Lives и так далее. И редко, когда в мой адрес какая-то, ну, критика идет.
И это меня очень даже в определенной степени мотивирует. These people are don't hide their opinions and emotion about him, so they can write or message him something, mm-hmm. and he's just motivated in some way, yeah. And he hope that it's all true. Really, really rare are maybe something negative. Да, потому что я никогда не играю, не надеваю на себя никакую маску. Я такой, какой есть, и люди это видят, и им это нравится, и они не скрывают своих эмоций, и я подпитываюсь их эмоциями, в ответ отдаю свои эмоции, такой у нас взаимообмен энергии идет. И я думаю, в большей степени это всем нравится. Because he isn't an actor, he doesn't have a mask, he's just natural, real, and people like this, they give him some emotions and he just take it. I agree. I mean, the opinion in England and America is that Misha's somewhat like a mysterious character. He was in the army, no one knows what he did, how many people he killed. It's like this. And but he's very strong in the mind, and people, he's very popular because of that, just because I think everybody feels he's one of the strongest sort of minds of people in Strongman. Мнения в Англии просто очень разнообразные, и они думают про то, что вы сильный такой, и действительно восхищаются вами. Yeah. Okay. Thank you. Пожалуйста, да. The water is a little cold. Okay, спасибо. Talking about deadlift. Говоря о deadlift. Now, for example, you broke the Masters deadlift world record, and your body deadlift twerk. Yeah. So this is my question. It's very intensive on the central nervous system. For example, that deadlift when you broke the record, how was your body for the next week, 2 weeks? You have problems with your body. Дело в том, что этот дедлифт, он действительно влияет на нервную систему. Так вот, как ваше тело реагировало на то, что вы могли повредить? Были ли какие-то проблемы с восстановлением? Здесь даже была проблема не с восстановлением, а вообще с выполнением этого упражнения. The problem was not in recovering, but in the do of this exercise. Это же была вторая попытка у меня, которую давали организаторы данного мероприятия. It was a second choice to do. This record. Да, yeah. Второй сезон это был. Yeah. И в первом сезоне я был готов гораздо лучше. And in the first season I was ready. Но я никогда не выступал в формате онлайн. Just compete in online format. Okay. Yeah. И когда во второй попытке я вот это делал, я не успел просто физически подготовиться полноценно по определенным причинам. And when I was in the second season, I wasn't ready because of reasonable. Okay. Чтоб было более понятно, за неделю я сделал для себя последнюю попытку. Ну, проверить себя, ну, проходка это называется, сколько я смогу потянуть, смогу ли я больше. И мне не удалось поднять даже 420 килограмм. In a week before the competition? До рекорда. Ну, не соревнования, до рекорда. Before a record. Yeah. He made something like... 420. Yeah, 420. Не поднял. Kilos he didn't... Да, и через 6 дней мне надо было поднять на 16 килограмм больше. And after 6 days he would have то есть представляете, насколько это психологически надо было вот настроиться, и я просто настолько, сколько смог, сколько у меня было знаний, эта тяга была выполнена больше на психике, на психологии. Okay, so on your psychology. Where do you go in your mind? Секунду. И вы правильно подметили, что действительно это сказалось. Восстановление было дольше после этого одного упражнения, было дольше, чем после полного соревнования, полноценного соревнования. And you were really
right, that said that recovering was really long. Если после обычных соревнований я где-то на восстановление уходит 2-3 недели, после этого рекорда у меня ушло почти 2 месяца на восстановление. After this record, particularly 2 months were the recovering, but after the usual competition, it's only 3 weeks. Я просто я весь выложился, как и физически, так и психологически. I just physically and emotional were exhausted. And how many times do you think you can make max lift like that? Maybe 2 or 3 more times in your career? Because it takes so much from the body. Maybe you can only try this huge weight 2 or 3 times and no more. So will he try it ever again to go even more, or that's too much for the body? Вы когда-нибудь еще планируете пойти выше в вашей карьере? Or it's too much for the body, maybe. Это слишком для вашего тела? И... Я думаю, многие не знают до конца вообще своих возможностей. Я отталкиваюсь все-таки... Есть определенный у меня потолок. Будет возможность, буду себя чувствовать лучше, я обязательно пойду выше. Are, you know, people have, all people have their broads, but I have my up limits. But if I have a possibility, I would go up. Есть пример, это до сих пор выступающийся наш британский атлет, это Марк Феликс. То есть он в многих упражнениях, но и в некоторых ставит до сих пор рекорд. But Mark Felix at a grip, Hercules hold, at a net, it's not a big problem for nervous system, but deadlift is huge problem. Для нервной системы это огромная проблема. Ну да, у нас в России, как и я думаю, и в мире правильно считают, что deadlift это самый главный показатель. Yeah. Общей силы. It's the most difficult on the body. The most important. Yeah. And question about psychology. Where do you go in your head when you're going to lift a very big amount of weight? Are you angry? Are you calm? Do you think about something from the past? What's your motivation? What's in your head that allows you? Вопрос о психологии. Когда вы поднимаете очень большие веса, где находится ваш разум? Вы злые, вы спокойные, вы где-то с людьми. Не, я понял, что это секрет. Это секрет? Да нет, это не секрет. Это многолетняя просто работа над собой. То есть как ты себя приучаешь, ну, преодолению этих препятствий. То есть вся моя жизнь складывается, живя в России, из определенных препятствий. It's just a lot of years training, how you solve the problems. My living in Russia just contains a lot of problems, so I just do this every day. Слабых людей это проблемы ломают, сложности, а сильных, наоборот, закаляют. И все-таки я считаю себя сильным человеком, потому что я люблю преодолевать препятствия и тем самым себя закалять не только физически, но прежде всего психологически. И когда я настраиваюсь на какой-нибудь рекорд, я, конечно, беру те основы, которые мне закладывали с рождения, я их поднимаю, достаю из себя, подпитываюсь ими. И когда я уже непосредственно выхожу к снаряду, меня уже нет. Я просто отключаюсь, и я понимаю, мне надо это просто, неважно сколько там, мне это надо поднять, мне надо это сделать. И вот линия, все здесь, остальное там просто работа. Okay. Step over the line and work things, yeah. Thick people are broken by issues, but strong people are made more stronger, yeah. And I'm such person, I'm stronger after all my faults, and when I go somewhere, when I compete, I just cross the line, and after this line, I don't see anything. I have my aim, I have my goal, and I'll do everything what I can. Эмоции, они могут мешать, они
emotion can just они могут disturb как и также мотивировать. And they can motivate you. Да, все зависит от твоего вот настроя. Почему вот многие профессиональные атлеты стараются ни с кем не общаться, как-то абстрагироваться от всего. Многие не берут свою семью даже на выполнение данного там какого-нибудь рекорда. И я считаю это правильным, потому что вся все-таки наработка идет во время тренировки. А как у нас в России говорят, тяжело в учениях, легко в бою. Так что все сложности преодоления должны быть и закалка в тренировках, как физическая, так и психологическая. Everything depends on a person. Some people just don't take their families to the competition because they can disturb them. But some people like it, some people communicate a lot. Everything depends on a person. If you have your aim, you'll do that. Последнее, что я оставляю перед этой линией, когда делаю шаг к рекорду или к своему выступлению, это моя главная основа, это любовь к родине. Не стране, именно вот к родине. The last thing what I leave before the line, it's my love to my motherland. Not to country, but motherland. Потому что на меня равняется подрастающее поколение. Because I'm an example for grown. But explain that to us. When you say motherland, not country, you mean the people of the country. Когда вы говорите о родине, вы говорите о людях, которые здесь. Конечно. Of course. О истории, о той ответственности, которую я несу с флагом. Responsibility when I hold the flag of Russian Federation. Я никогда не ставлю для себя последнее мотивирующее – это заработать деньги. Это самое последнее у меня. Just earning money, it is the last thing that I have. Это уже как больше даже сопутствующее. It's just a positive bonus. Like, are you religious? Вы религиозны вообще, вы верите? Конечно, как жить без веры? Sure, how I can live without a belief. Of course. Okay. And it's orthodox Christian, yeah? И вы православный христианин. У нас нет выбора выбирать. We у нас have у вас... no choice. Ну, я прежде всего, да, я православный, но я, так как у нас страна очень многонациональная, много разных религий, я как бы с уважением отношусь к любой религии, потому что я все-таки считаю, все религии имеют одно начало, как у дерева. Все прорастает из земли. Из природы, but our country is really has a lot of nationalities, yeah. And I respect every religion because we have one roots and we all have one God. So у нас у всех общее начало. We have Religion. One starting in all religion. А как это уже кто пойдет какой веткой, понимаешь, как у дерева? And everyone goes by their own. Это уже зависит от тех людей, которые эту веру несут в массы. It depends on just people. Okay. And I want to ask, the two major competitions are World Strongest Man and the Arnold Strongman Classic. In your opinion, is the strongest man the winner of the Arnold Strongest Man or World Strongest Man? Because most fans say Arnold Strongman Classic because it's static and the weights are heavier. Ну, в плане, кто выступает лучше на каком турнире, есть выступление получше? Ну, по вашему мнению, субъективно. Как правильно это сказать? Они, каждый по-своему, ну, уникальны. They are unique in some way. They are all unique. Мне сложно сравнивать по какой причине? По причине того, что Арнольд спорт фестивал, а World Strongest Man это только стронг. Да. I can't compare because. И ВСМ это как считаются родоначальники всего этого. Это уже более 40 лет у них история. И, то есть это непосредственно это. Самый высший титул для любого стронгмена выиграть этот титул World Strongest Man. World Strongest Man has a history more than 40 years and it is really relevant and it's really great award for us for sportsmen. So конечно, Arnold Classic, он привлекает больше
журналистов, он больше занимает информационного пространства, чем World Strongest Man. Почему? Потому что это фестиваль, там более 50-60 видов спорта, там столько стран. И Hexagon, Hexagon. Yeah. Arnold Festival. Yeah, it's a festival of sport, has the bodybuilding and. I don't know this. И в этом плане он для нас, для стронгменов тоже он очень интересен. It's really important and interesting because there are a lot of press there, a lot of journalists, so it's really attractive to us. Why are there not more strongmen from Russia? Where are they? There was Misha Kokov, there's you. Where is the next? Кто следующий имеется в виду? Как вы считаете, кто будет? Из стронгов? Да, кто будет лучше? Я не могу стопроцентной уверенностью назвать чью-то фамилию. I can't say with absolute sure particular surname. Потому что я исхожу из собственных убеждений, глядя на ребят, которые сейчас здесь выступают, ну, в России. У них нету внутреннего такого стержня, который есть у меня, который помогает любить родину. А сейчас сложилась ситуация, многие наши атлеты, они больше хотят заработать денег. И это, на мой взгляд, неправильно. Сначала надо вырасти, а потом уже как-то думать об этом. Это им мешает. There is no motivation. They have are just aim to earn a lot of money. Mm-hmm. But first of all, you have to grow up and then to earn money. So I can't see them like heroes. Сейчас у меня тренируется девочка и мальчик. И вот этот мальчик, которого я подготовил, он на чемпионате мира на Arnold Classic среди любителей он стал вторым первого раза. У него есть как раз этот стержень. Плюс под моим руководством он показывает очень хорошие результаты, ему всего будет сейчас 23 года. Okay, I'm a trainer for a boy and for a girl. And this boy are Дмитрий Скосырский. Второй на мире стал вот он в прошлом году среди любителей. He became the second for the first step. Mm-hmm. I mean, it was his first match, big competition, yeah. And he became the second. Yeah. Okay. Because he has such motivation inside him, like Mikhail has. Yeah. How much of strongman is mental and how much is physical? 50-50 or? Сколько стронгменов? The mental aspect, psychology. Имеет вот этот стержень, как вы говорите, очень мало, 50-50, как вы считаете? Где? Because lots of strongmen, lots of people in strongmen always say, oh, I have a problem with my arm, a problem with my leg. Потому что некоторые такие говорят, у меня проблемы с руками, с ногами. Ну, некоторые так говорят специально, чтобы ослабить конкурентов, чтобы те подумали, что я не покажу хорошего результата. Есть такая тактическая как бы игра. Someone are just do this for the tactics because they thought that their opponents will think that they are thicker than they are. Мы тоже любим так, когда выступаем на чемпионатах мира, сидя за столом, поговорите, что, ой, я не готов, там болит, там болит. They just like doing like this during the world championships. Да, но мы все прекрасно понимаем, все ребята, которые на World Strongest Man выступают, которые входят в финал Arnold Classic, Pro Strongman Series, это ребята уже с хорошей ментальной закалкой. But we all sure understand that all people there during the competition, we all have mental. Вы сами прекрасно понимаете, что забраться на этот олимп профессиональных стронгменов и быть в топе одной силы недостаточно физической. Of course, you understand that go to the top of this sport only the power. It's not everything. You have to have here or something. And in strongman, there's no federation. We have, it's called Giants Live in England, and they, the top three
qualify for World's Strongest Man. Mm-hmm. And after that, the people that run it, they just choose, oh, we take this person, we take that person. So does Mikhail think they should have a more serious federation with more rules in strongman? Yeah. Should there be a federation where only the very strongest people qualify? Должна ли быть какая-то федерация вот самых сильных, как вы считаете? Lots of the fans say that it needs to be more professional with a federation. Чтобы сделать это более профессиональной. Я бы даже сказал более прозрачной, чтобы понимать вот эти отборы на чемпионат мира. More clean to understand why particularly this person. Но свои коррективы. Они и были отборы, но они такие достаточно как негласные были. Это вот турниры, которые турнирами проводили Vient Life. Это они считались как отборочными на World Strongest Man, потому что организаторы одни и те же. Просто в том году, видишь, ограничений, вот этих турниров не было, Vient Life, и, соответственно, World Strongest Man выбирали уже по тем результатам, которым им были интересны. Last year, or there were nothing of this, yeah. And quarantine, so there was no Giants Live qualification. And they just chosen according to the list what they are interested in. Mm-hmm. But it should be more clean. Mm-hmm. And understand why. Yeah. Я был приятно удивлен, мне написали, я не буду скрывать, это не секрет, что на этот World Strongest Man я был изначально как запасной, но буквально через два дня я увидел пост, что я в основном составе, это меня очень порадовало. Это придало мне еще больше ментальной силы. He was chosen. First of all, he was in not in general containment, yeah. But then he was in a general one. Yeah. So he was really happy, and it was a motivation. Что в основном состоит? That he's in general containment. And in last year's World Strongest Man, you had the stone off in your heats, and you lost. But lots of people said it wasn't fair because in your group you came second, yeah, and you had to go against fourth place, and you lost the stones. Did you think it was unfair? Did you think you should have gone through to the final, or did he think the stones was a fair system? Последнее, что он сказал. Он сказал, как вы считаете, это было справедливо, что вот так вот произошло? А вы как думаете, это было справедливо? How do you think, was it unfair? Unfair. Несправедливо. Lots of the fans in England, the fans were angry. Много ваших фанатов в Англии так считают. Said Mikhail should have gone to the final, the system was... Типа, что это все было. Я считаю, что уровень World Strongest Man, он очень высокий. И такие моменты за такую историю, они должны быть прописаны в правилах. Четко прописано. Чтобы не было вот таких непонятных моментов, потому что я разговаривал с Колином, мы выясняли эту ситуацию, да. Он, конечно, очень хороший, замечательный человек. Гудмен. И для меня не совсем было понятно, так же, как для многих зрителей, почему второе место должно соревноваться с четвертым. Понятно, что уже в прошлом году уже был такой момент, и они сделали так. Я думал, в этом году это будет прописано в правилах, но этого также не было прописано в правилах, и это вызывает такое, ну, конечно, негодование в первую очередь с моей стороны. I didn't understand why the second place should compare with the fourth place, exactly. Yeah. And this year I thought it would be written something about that, but it isn't. Позапрошлом году был уже такой же прецедент. Two years ago there was such rules, yeah. Yeah. Да. So actually it's got worse since. И они по согласованию так решили просто. And they just decided in their circle what should we do. И я думал, что в прошлом году, когда я выступал и попал в эту ситуацию, это уже будет прописано в правилах, но этого не было. And he thought when last year he had such
such trouble, he thought that this rule will be written, but it wasn't. Ну, я думаю, с этим опытом, с мнением зрителей, они всегда соглашаются, и в этом году уже таких моментов уже не будет, и они будут прописаны в правилах. But I believe that they can agree with the fans and audience, so in this year it can be written. Maybe. Может быть. Не, я надеюсь, потому что этот момент прописан только в финансовой части договора. This moment are written only in financial aspect of the document. И я когда отстаивал свою позицию, я только ссылался, конечно, вот на этот момент. And when I just fought with about this trouble, I showed this. This point in the document. Ну что есть, то есть. And World's Strongest Man is always now in America. It used to be in many different countries. Now it's just in America each year. Does Mikhail think that it should come to Europe? Just want to see it in Europe, not in America. Но многие фанаты хотят видеть это в Европе, а не в Америке. Не, без проблем. Мне это же еще лучше. Лучше в каком плане? То есть. Это для меня чем короче дорога. Better, yeah, because for example, if we had it in London, we would have. The way the trip is shorter. Yeah, and if we had it in London, we would probably have 20,000 fans watching. Может быть, если бы у нас было бы в Лондоне, у нас было бы 20,000 фанатов, которые смотрели бы. Нет, мне очень нравится выступать в Великобритании. I really like. I join. It's a pleasure for me too. С теми же организаторами, кто Band Life. Почему? Потому что они всегда собирают очень приветливую публику, которая не скрывает своих вот этих эмоций и всегда поддерживает атлетов. Это очень приятно. А я как, понимаете, я как гладиатор, мне нужна публика. А если это публика, а когда мы находим с публикой вот этот общий язык, я люблю свою I love this game, я люблю публику, которой тоже это нравится, и получается поэтому всегда вот так хорошо. I like the positive from the audience, and I take it in any way, so I just like. Well, I remember your hat, шапка. Берет, yeah? Yeah. Okay. You wear it for a serious reason, or it's more for entertainment? Вы надеваете ее для серьезных каких-то по причине каких-то серьезных или это так для развлечения? Нет, это изначально, как я и сказал, то есть служба в армии, это берет моих род войск, как она? Морская пехота. Да, как она? Маринес? Маринс. It's our his army. From the Marines. Yeah. So, это определенная гордость, то, что я служил в этих родах войск. He just proud that he получил такую ментальную, физическую закалку. And he had such mental and physical. И плюс я горжусь историей этого рода войск. And I'm proud of history of this. А когда я выступаю, это накладывает свою определенную ответственность. Ответственность, груз, я становлюсь все-таки более таким серьезным, более сконцентрированным. When I compete, I feel the responsibility, and I became more serious, more responsible. Это несет напоминание, те воспоминания, какой должен быть по-настоящему, как воин становлюсь. And I have memory and feelings that I'm a fighter, I'm a soldier. And I have to do that. Но только добрый воин, поэтому я всегда улыбаюсь. Kind and smiling, very. And what if you could say how you would like for the English people, the American people, to view Russians? Sorry. Сейчас я на фестивале уже, соответственно, вот на таких мероприятиях, как Сибирь Power Show, я одеваю берет, хоть я и не выступаю, но я одеваю, потому что люди меня узнают только в берете, основная масса. И мне приходится просто это делать. Много смешных случаев было. Now I don't compete, but I wear such beret because I am recognized by that, and people understand that. Чтобы сделать фотографию. And to make photo with me, to take photo.
what we mean. So, если интересно, я про смешной случай могу сказать, например, какие были. If you're interested, he can just tell you about some funny situation. Это один такой случай расскажу, просто элементарно. Я когда вот на восстановление, после травмы и так далее, я иду в обычный фитнес-центр. I went to just a usual fitness center. Да, в своем городе. Меня знает очень много народу, в принципе. A lot of people know me. Ну и после тренировки что мы делаем? Мы идем в душ. We went to the shower. Да, и я захожу, там стоит парень, он так меня увидел и говорит, ты очень крупный, давно тренируешься. I went to the shower and saw the guy and he told me, oh, you're so big, how long do you do this? Я говорю, ну, так, для себя, немножко. Ну, я понимаю, что он меня не узнает. And I asked him, oh, just not alone, just for myself. It is also, and I understand that he didn't recognize me. Он спрашивает, ну, у тебя там какие результаты? Я говорю, да так, я для себя тренируюсь. And he just asked, what about your results? And he asked, no, I just for myself do that. Он говорит, ну да, ты, конечно, здоровый такой, но вот у нас есть по-настоящему в городе здоровый. Его зовут Михаил Шевляков. And he answered, you know, you're of course huge, but not really good one. What in our city we have a really good one. Yes. И при этом вот это вот он намыливается, все вот так и разговаривает. Мы в разных кабинках стоим, соответственно. They are in the separate Я ему отвечаю, говорю, я его знаю очень хорошо. And he answered him, I know him very well. Он такой, ну его многие знают. He told, he don't mind a lot of people. Я говорю, ну я его каждое утро в зеркале вижу. And he told him, I see this man in the mirror every day, every morning. А он такой берет, такой глаза протирает, такой. Заглядывает мне в кабинку. О, точно, это же ты. Ну и как раз и добавляет вот эту фразу, что, блин, без берета тебя не узнать. Я говорю, ну я не буду же в душе в берете. And just after the shower he told, oh, I didn't recognize you without your hat, without beret. And Michael answered, of course, because I'm in the shower, I can't go there with my beret. Ну, было бы забавно выглядеть, да, голый в берете. It will be really ridiculous to be naked with the beret. Ну, вот таких случаев, и поэтому вот сейчас фактически даже вот на такие мероприятия берет одеваешь больше для узнаваемости. And in such competition I wear the hat for recognizing. Yeah. Константин? Гамарджоби. А? Гамарджоба. Гамарджоба. Это по-грузински. Привет. По-грузински. Гамарджоба. Я не знаю слово. Гамарджоба. Жопа. S. Да. Я знаю большой жопа. Да. Костя, шутим. How many more years do you plan to compete at this top level, like World's Strongest Man? Сколько еще лет вы планируете на таком топовом уровне выступать? Несмотря на то, что меня преследует травма. I've got trauma, but ну, часто происходят травмы. And I got a lot of traumas during my competitions. Yeah. Nevertheless, у меня мои результаты пока не откатываются, ну не падают вниз. Nevertheless, my results still good, yeah. Not go lower. Yeah. Mm-hmm. Yeah. И соответственно, я буду выступать до тех пор, пока я смогу показывать тот результат, который будет мне хватать, чтобы держаться в топе. So I gonna compete until. Как Марк Феликс. Compete until my results go low, like Mark Phillips. When you do finish strong, man, what will you do? Are you gonna carry on training people, or you want to have a plan, maybe television?
когда вы завершите свою карьеру, что вы планируете делать? Вы хотите тренировать или на телевидении выступать? Как Эдди Холл? Да. Ну, тоже неплохо, но в России немножко это сложно сделать. Я думаю... Да, тренировать в любом случае, потому что тот опыт, который я приобрел, я готов всегда им делиться и помогать таким же ребятам, как и я. I want to train our people because I have a huge experience and I want to share this to people who like me. И я не случайно сижу сейчас в этой футболке с этим логотипом. And I have such logotype on my t-shirt, not just. Это проект называется «Сильнейшая нация мира». It's a project that called the strongest nation in the world. Который поддержали на самом высшем уровне наш президент. Владимир Путин. That Vladimir Putin just supported this project. Just gave funding to it. Который как раз и направлен на помогать вот молодым ребятам доносить спорт в каждый уголок нашей страны прежде всего. The main aim of this project is to help to support young people. Не только наш спорт, а все виды спорта, вообще спорт в массы. The all kinds of sport, not only the Чтоб спорт стал нормой жизни для всех, фактически. For the sport is being the usual thing in the lives. И я являюсь лицом этого проекта непосредственно. And I'm the face of this project. Да. Ну, чтобы еще раз повторюсь, это на все виды спорта. То есть каждый человек мог попробовать себя найти, и мы вот будем. In the all kind of sports, you can, the person can. Find himself or herself are in some way. Так что вот так пытаюсь сейчас совместить и выступление, и организационную деятельность, и посещение различных мероприятий. So I try to have a time for everything, for competition, for organization, for training. Which strongman from the past do you think would do very well today? There's like Bill Kazmaier, there's Mariusz Pudzianowski. Which one of those would you think in 2021 would still be like maybe? Какой спортсмен из прошлого, по вашему мнению, мог бы сейчас в 21 веке быть? Lots of people say, for example, Bill Kazmaier. Не, ну мне всегда, конечно, как и многим нравился, я равнялся на Мариуша Пудзиновского. Да, потому что он как бы сочетал в себе такой атлетично сложенный, видно, что спортсмен. Но как Новиков сейчас, да? Абсолютно верно. То есть время идет, меняется, new time. Because strongman seems to have very big people winning, and then the smaller guys, and then the big people winning. So you had Brian Shaw and Big Z and Eddie Hall, and now we have Novikov and Kilius Kowski. It seems to go smaller again. Да, то есть возможно из-за того, что научно-технический прогресс идет, меняются условия во всем условия, во всех сферах жизни, и рождаются такие новые атлеты, как я считаю, это переломный момент начался как раз вот с Мариуша Пудзиновского и вот Алексей Новиков, и тому подтверждение. Я-то сам тоже был никогда не был большим атлетом. There are a lot of new technologies in our world, so in all spheres of our life, so these technologies can make new sports athletes like Кирюшковский, Пудзиновский, Новиков. То есть переломный момент, наверное, все-таки с Пудзиновского начался такой, что атлеты стали более такие новую ветку таких атлетов задал. Lots of fans. Но в любом случае такие богатыри, которые похожи вот как Жедруна Савискас, как Константин Джанаша, молодые ребята, которые тоже показывают очень достойный результат, и они тоже всегда будут. Равняйся! Они всегда будут создавать конкуренцию. Но я думаю, мы еще на своем веку увидим все-таки в какую сторону все-таки
But I believe we'll see in the future in which side will win. Yeah. Придет новое поколение таких маленьких сильных стронгов. Либо. But does he think these young guys? You've got Tom Stoltman, Novikov, Kuliskowski, Lissas. They're all getting injured. They all have injuries. Does he think because they're lifting very heavy, very young, that they're killing their body too soon? And when they're 40 years old, maybe they're old. Они no очень chance. Молоды, но при этом достаточно тяжелые. Mm-hmm. Вот как вы считаете вообще, вот что вы про них думаете? Они как до 40 позанимаются и все? Because it's so heavy now, the competition. Но young guys seem to be. Но вы же заметили, вот по какой причине нету Киришковского сейчас на вовтом бисмане? How do you think why? Киришковский isn't here. I think because he got injured, because it's very heavy, and then he tries too fast to recover, and then gets injured again. Потому что я считаю, что он очень тяжелый, и он травмируется, потом он быстро восстанавливается и снова травмируется. Вот, абсолютно верно. То есть вот он молодой, он думает, что сейчас, ну как это у нас говорится, быстрый взлет. Быстрый взлет. He's very young, and he thinks that the fast. Mm-hmm. А со времени Билла Казмайера веса снарядов выросли очень сильно. Since their имя. Билл Казмайер. Билл Казмайер. Веса снарядов. The weight of. Ну, в упражнениях, в эвенте. Were really high. Yeah. Become yeah. higher. То есть, как говорил мой друг, наш коллега. Жедруна Савискас, когда он начинал, почему он дольше всех, мне кажется, продержался, ну, на таком высоком уровне, что он говорил, я здесь с ним абсолютно согласен, говорит, когда я начинал, веса были маленькие, я рос и веса росли, как в греческой мифологии, знаешь, когда с теленком потом уже быка на себе нес, так это он, а молодым атлетам сейчас очень сложно. This athlete told that... Big Z. When he was younger, the weights were small. Yeah. Yeah. And when he become older, the weights become mm-hmm. bigger. Because also, I went to World Strongest Man in 2000 in South Africa, and Big Z was there. He didn't even qualify for the final. So Big Z was much slower progression, learning how to lift the weights, learning technique. Whereas now all these guys are much too fast, you know. Он был в Южной Америке на Южной Африке. Африке, да. На соревновании там он видел Бикси и он видел, что у него такой прогресс небольшой был. More slowly and getting stronger, stronger each year. Чем другие стронгов. Do you think that these young guys are not going to have careers until they're 40 because the weights are so heavy now that they're tearing their biceps, they're having back injuries? Maybe we're not going to see athletes that как вы считаете, вот этих молодых спортсменов мы heavy. Не увидим вот, ну, в будущем, потому что у них есть травмы бицепса, травмы спины, ну... Like mm-hmm. Novikov, Stoltman, Kuliskowski, Lissas, when they're 30, maybe finished. Ну, мы... Я так пошучу. У меня тоже очень много травм, но вы меня же до сих пор видите. Yeah, I know, but you still compete, and they're not competing, that's the thing. Но вы до сих пор участвуете, а они нет. Вот, я про что и говорю, то есть мы сейчас по-настоящему проверим их mental power. И я все-таки надеюсь, потому что они действительно очень уникальные атлеты, но, возможно, им не хватает вот рядом тренера, наставника, не знаю, которые могли бы им помогать чуть-чуть отдохнуть, хорошо залечить травму, как вот у меня есть, ну, у меня уже опыт есть в этом, и все равно мне помогает, постоянно у меня есть доктор, который меня ведет. Maybe they just haven't such support in training phase, or for example, Mikhail has his doctor, a very good one, yeah? Хороший? Да, да, хороший доктор. Very good one that помогает мне, да. And help him, and he has an experience to care about his body. И это помощь даже, она больше выражается
помимо быстрого восстановления, это быстрое восстановление идет все-таки психологически. And not only physically here recovering, but in the mental. Да, мой доктор сразу выполняет роль не одного специалиста, а сразу нескольких. His doctor does not only one thing, but a lot of them. Okay. And just about the last question, but of all the people that you have competed against, probably you're going to say the best was Big Z. Из всех, последний вопрос, из всех людей, с которыми вы состязались, вот кто лучше, например, Big Z или... Каждый по-своему уникален. Every athlete is unique. Что можно сказать, что, какая страна лучше, Англия или Россия? What can you say, which country the best? Или Америка. England, Russia or America? У нас каждая страна по-своему уникальна, по-своему прекрасна. И также у каждого есть как сильные и слабые стороны. Но совокупность вот этого, это как весы. Кто постоянно их держит в равновесии, в гармонии, как можно сказать, тот и дольше держится на плаву и показывает хороший результат. И поэтому... Поэтому в пример я в большей степени привел Big Z, потому что он фактически за 40-летнюю историю, он 25 лет, он и есть история этого World Strongest Man. And when everything negative and positive things are in a balance, the more this person is competing, I would say. And it was just an example, like еще раз, можно его фамилию? Бигзи. Бигзи. Джидруна Савискас. Бигзи. Извините. Не-не, все нормально. Бигзи. Because he's just a piece of world... Strength sport. Yeah. Okay, so I just want to say that you're very, very popular, I think, as you know, in England, in America, and I think we see why today. It's because you have this very positive attitude towards everybody, combined with this mental strength, which people admire, and the combination of the two. Although you're not speaking in English, people recognize it, they see it, and I respect you very much for what you do, and I know many people do also. So I just want to say, on behalf of everybody, thank you very much, and we wish you very well in the future. Вы очень популярны на самом деле в Англии, в Америке, и многие люди вас любят, обожают, можно сказать. Потому что вы относитесь позитивно ко всему и ко всем. I love this game. Надо любить свою работу, надо любить свое дело, надо любить жизнь. You need to love the life, your deal, and... Ну, хочу закончить такой фразой, которая мне пришла, когда я был на грани вот этого своего, так скажем, предела. И посоветую всем, кто хочет заниматься, держать себя в хорошей форме, развиваться. I'll just give an advice, a piece of advice, what for those who want to be better. Саморазвиваться. Эта фраза звучала так: себя надо любить так сильно. Говори. You have to love yourself so much. Так сильно, чтоб ненавидеть. So everybody sees. For hate. Okay. Когда вы по-настоящему поймете смысл этой фразы, when you understand, вы никогда не будете останавливаться на достигнутом. When you understand this phrase, you won't stop of your achievements. Во всех аspectах. In all aspects of your life. I think he's achieved what he wanted to do because he said he wanted to represent the motherland, the people of Russia, and I think the people in Russia are proud of what Misha's achieved. Он думает, что люди из России очень гордятся вами, потому что вы выступаете в первую очередь для родины. Proud, but also you've given a good impression of Russian people to the Western world, which is also a great thing. Вы создаете отличное впечатление о русских людях вообще во всем мире. Ну, я тоже надеюсь так. А he's hopeful, да? So yeah, thank you very much. Thank you very much.